Ячкинзы, с вами Ячкинчел, и в этом видеоролике вместе со своими подписчиками я вам покажу, как найти пасхалку, как бы, на монеты в Чикенгале. Я уже сделал пост, сейчас кто-то зайдет, кто первый успеет и будет со мной ролик записывать, как бы. Если вы тоже хотите попадать ко мне в ролики, то вступайте в мой телеграм-канал. Сейчас я буду часто записывать ролики так со своими подписчиками, буду как бы скидывать название, кто успеет зайти, тот и попадет ко мне в ролик. Ссылка на телегу в описании и в закрепе. Итак, все, начали заходить люди, как вы видите, как бы дофига подписчиков уже зашло, около 10 уже зашло. И давайте поздороваемся, также давайте спросим, кто знает, где находится как бы пасхалочка. Итак, я задал вопрос, ждем, пока кто-то допишет, кто знает, так, ко мне садись, а кому? О, к тебе, наверное, да? Желтую тачку такую крутую, но жаль, что не на новой. Так, ну, поехали, давай, все, машина больше не вмещается, не вмещает больше людей, вроде. Давай быстрее уезжай, пожалуйста, ой, а что она загорелась? Кажись, кто-то ее взорвал, ё-моё. Дружище, давай быстрее газуй, пожалуйста, поехали, у меня какая-то фигня случилась. Я уже хочу своим подписчикам показать, как бы, новую пасхалку, чтобы они залутали монеты. Так, он ищет пенечек. И давай газуй, дружище, езжай. Смотрите, мы сколько едем здесь. Раз, два, три, четыре человека. Ну, четыре курицы, точнее, едут, как бы, искать пасхалочку и как бы лутать монеты. Другой чел тоже урвал. И я вижу уже, я вижу, вот, смотрите, ребята. Так, и я знаю то, что нужно вот сюда заходить, вот монета, спавнится моб, ой, да дайте выйти, нет, я умер, но сейчас я туда доеду, потому что я шарю уже, куда ехать, так, о, по никам прям можно туда доехать, и как бы садимся на тачку, которую нам вернули в Чикенгане, раньше ее убирали, и как бы я снял видос, ее вернули, и это реально очень круто, и мы сейчас доезжаем, как бы здесь до сих пор воюют с этим монстром, какой-то зомби, и я его убил. Я, скорее всего, залутал монет, и это реально очень круто. Локация прикольная, приезжайте сюда, возле пенька, короче, встаете и едете. Реально, тут очень круто, монеты можно залутать, не знаю, сколько здесь их дают, я как бы не смотрел. Ну, а на этом моменте я буду заканчивать свой видеоролик. Всем спасибо за просмотр, спасибо моим подписчикам, кто мне как бы показал, где находятся пасхалки, особенно челу с желтым ником, вот все эти подписчики. Вот, если тоже хотите участвовать в роликах, вступайте в телегу и будем как бы вместе снимать. Все, всем пока.